Добрый день, Бублик Сергей, директор по продажам группы компании Diamond. Группа компании Diamond – это алкогольная компания, водка «Русский лес», «Касатка», «Валенки» и компания по производству овощных, фруктовых и грибных консервов под торговой маркой «Спело Зрело». Алкогольная компания на рынке с 1995 года, компания по производству консервов. Молодая компания, наш новый бренд, 4 года ему. Вы знаете, спрос поменялся кардинально, потому что не секрет, после скачка иностранных валют, после роста, наиболее востребованная продукция российских производителей. То есть все наши бренды, как я уже сказал ранее, они даже созвучны российскому уху российского потребителя. И мы стараемся быть гибкими, и мы сфокусировались на предложении продуктов с российским названием и по ценам, удовлетворяющим запросы потребителей любого достатка, как алкогольная продукция, так и консервация. Да, наша торговая марка консервация «Спело Зрело», только российское производство, наш бизнес растет. По сравнению с первым кварталом прошлого года, что обусловлено тем, что мы позиционировались на производстве только российских продуктов. Наши основные достижения по итогам 2015 года. Что касается продукции, мы вывели новые линейки продуктов питания, как в алкоголе, так и в консервации. И мы заключили контракты с многими сетями, как региональными, в том числе входящими в группу компаний «Рост», так и вышли на федеральный уровень. Конечно, как и любая компания, в условиях кризиса мы оптимизируем затраты. Прежде всего, это логистика, это энергозатраты при производстве продукта, упаковка и так далее. Но, тем не менее, мы дорожим качеством нашей продукции, и все действия по оптимизации затрат, они ни в коем случае не сказываются на качестве. Конечно, как и любая компания, мы мечтаем быть представлены на всех рынках, но в данный момент, да, есть пробелы, и мы работаем над этим. В данный момент наше участие в данной конференции, мы ведем переговоры со всеми компаниями, сетевыми компаниями, участницами группы компании «Рост». Ну и параллельно наша задача быть представлена во всех федеральных сетях. А себе, то есть нашей компании, да, я бы сказал нам всем, я бы пожелал успеха, процветания, прибыли в нашем бизнесе. Ну, чего мы сможем достичь только совместно, и я надеюсь, итоги данной конференции повлияют на это, будут способствовать этому. Записано в студии Sound Service.